хуторе Долгогусевском Дружнинского сельского поселения порядка 1500 жителей и всего несколько улиц. Однако сельская администрация планомерно ведет здесь благоустройство. По улице Интернационалиста вдоль дороги обустраивается новая безопасная дорожка для пешеходов. Часть работ была выполнена ранее. Теперь тротуар прокладывают на другом конце улицы. Мы обязаны вдоль дороги, которая с асфальтовым покрытием, построить тротуары. Выполнить проект организации дорожного движения. Установка знаков, тротуар в бордюрах. В первую очередь мы выполнили в июле, 425 метров построили, и вторая очередь, 485 метров, вдоль всей улицы пройдет тротуар. Ребята работают очень качественно, очень быстро, квалифицированные специалисты. Работы ведутся за счет средств местного бюджета. Пока строители прокладывают тротуар, жителям приходится терпеть неудобства. Но хуторяне понимают, это временно. Мой сын ждет, когда будет на велосипеде кататься. Все, просыпается мама, когда сделают тротуар. Ну так, с одной стороны, хорошо. Не надо ходить по дороге. Надо будет по тротуару, очень удобно будет с колясками. Большое спасибо всем, то, что нам такое добро делают, нам и нашим детям.